Для друзей, Алексей! Здравствуйте, друзья! Я буквально недавно проснулся, даже еще толком не, не ел ничего. У меня в последнее время появилось странное качество. Я же профессионал, я же журналист, и я всегда оцениваю новые публикации с точки зрения формального рейтинга. Это необходимо. То есть ты знаешь, да, что вызовет максимальный интерес э, у людей, и соответственно ты должен это как-то транслировать, ну для того, чтобы появля появлялось больше подписчиков, для того, чтобы появлялось больше лайков. А для чего нужно больше подписчиков и больше лайков? М -м 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 -м. Больше подписчиков для того, чтобы канал становился известнее и все, что ты транслируешь там. Ну, потому что чем больше подписчиков, тем его э, выше начинает поднимать и сам YouTube тоже. Это касается и лайков. Почему я просил лайки под обращение к патриарху, да? И, соответственно, это необходимый инструмент для работы журналиста в YouTube-канале. Но в последнее время я сознательно публикую посты, где я один говорю в кадре, обрекая их на ну, относительно небольшую аудиторию. Хотя аудиторию очень преданную, и очень добрую, и очень любящую, не меня. Вы понимаете, о чем я говорю? Не хочу в Суе. И делаю я это, потому что я начинаю слушать что-то внутри себя, да? Что, скажем, вот. Э я рассказывал в Инстаграме, как я пытался скрытой камерой поснимать храмы внутри. Я обещал это. У меня где-то здесь... Да, вот, это скрытая камера. Это очки, которые надеваешь. Да? Вот здесь камера расположена. Вот она в глазке, да, видите? А вот здесь 16 гигабайт карточка стоит. Вот, и включаешь, и вперед. И что вы думаете? Э, камера работала, когда я начал смотреть файлы отснятые, ровно до того места, как я подходил к дверям храма. Потом она э, перестала работать. Я не знаю, почему. Я много раз пользовался этим. И, ну, теоретически я могу сейчас поехать и сделать то же самое еще раз там проверив и так далее но я подумал уже не надо значит не надо значит почему-то вот но кто-то мне говорит не надо и точно так же кто-то говорит надо может быть я путаю это все сейчас путаю с интуицией и вообще сам себя накручиваю и говорю сейчас глупости а может быть и нет но вот то, что я собираюсь сделать сейчас, это явно не рейтинговая история, но я ее сделаю. Это такой, знаете, тест грешника, подготовка к исповеди по 10 заповедям. Но перед этим буквально два слова про выбор на Украине. Казалось бы, причем здесь церковь. А при том, что вот в этой тройке Зеленский, Тимошенко, Порошенко, Порошенко приписывают большую победу в связи с получением Томаса автокефали в украинской православной церкви. Вот здесь мне хочется сказать буквально два слова и процитировать позицию не мою, а Андрея Кураева по этому поводу. Почему Украина получила Томас, в отличие от России? Версия Кураева следующая. Православие в Украине – это последний, так сказать, форпост, граничащий непосредственно с католическим миром. Да? В момент политического развода России и Украины и начала уже, так сказать, военных действий, необходимо было консолидировать на этом очень сложном политическом фоне церкви двух стран православные. Да? И с точки зрения Кураева, серьезная неудача администрации РПЦ – это неправильные взаимоотношения с Украиной в результате потеря украинских епархий. И вот этот вот раздрай привел к тому, что православие на Украине э, стало турбулентно э, отвлекаться на э, противоречия и противодействие РПЦ, и в результате стало ну, плохим помощником Константинополя в борьбе с католицизмом. И здесь э, Константинополь принимает решение да, для того, чтобы вот эту вот суету убрать, разделить уже русскую и украинскую церковь, дать украинской самостоятельность, а русскую наказать вот таким образом, чтобы этот вот форпост опять консолидировался и опять работал буфером между православием и католицизмом. То есть э, Порошенко сам по себе к этому имеет мало отношения. Вот. Ну, а чем дело кончится, ну, покажут выборы. И, на мой взгляд, Господь и там ведет дело. Да? И Украина получит, получит то, чего она заслуживает. Может быть, она заслуживает клоуна. Может быть. Так вот, вот 22 страницы. Вы представляете, это же невозможно слушать и смотреть. Но я это делаю. А атеисты, если вдруг включились, это для вас будет очень любопытно. Вместе со мной проверьте себя на наличие грехов. Итак, первая заповедь. «Азм есть Господь твой, да не будут тебе бози и не разве менее». Ну, я твой Бог, и нет Бога, кроме меня. Это первая заповедь. «Кайся, христианин, я буду отмечать там, где я грешен, из всех пунктов». Кайся христианин, в чем пригрешаешь ты против этой заповеди? Первое. Имеешь ли ты твердую веру в Слово Божье и учение святой церкви? Не имеешь ли ты каких-либо сомнений в истинности святой веры, изложенной в, святой, в священном писании? Увы, пока имею. Не допускаешь ли ты мы... Первое. Второе. Не допускаешь ли ты мысли о том, что будто бы нет совсем загробной жизни? Увы, пока допускаю. Во всяком ли деле... Третье. С молитвой ты обращаешься к Богу, надеясь на Его помощь. Сейчас да. Благодаришь ли Бога за все от чистого сердца? Не ропщешь ли иногда, осуждая дела Его, творения и Его э, промысл? Сейчас да. Не открывал ли ты своих сомнений в вере с другим человеком породить в них такие же сомнения и неверие? Да, было. Не терял ли веры в промысел Божий при виде, как зло торжествует, а добродетель угнетена? Не допускал ли мысли и не говорил ли, чем я грешнее других, почему неверующие благоденствуют, а верующие терпят скорби? Было. Не был ли ты когда-нибудь безбожником или в душе не сочувствовал ли безбожником? Конечно, был. Не хулил ли имени Божие, Божией Матери или святых? Вот так, чтобы хулить? Нет, не хулил. Не повинен ли ты в грехе ереси или сочувствии еретическим и сектантским учениям? Не повинен, мне они как-то не размышлял на эту тему. Не одобрял ли ты иногда раскольнических самочинных собраний вне единства с православной церковью? Не погружался в этот вопрос просто? Нет. Не подвергался ли когда-нибудь одиннадцатое малодушию, по малодушию или унынию, или даже отчаянию в своем спасении с потерей всякой надежды на милосердие Божие по случаю каких-либо тяжких грехов тобой содеянных? Впадал в уныние. Уныние – это вообще моя нормальная стабильная черта. Да? И когда вы видите меня улыбающимся на экране, это всегда вообще веселый человек, это всегда подозрительно. У него явно какая-то проблема и горе на душе. Хотя не всегда. Хорошо ли ты знаешь истинные заповеди православной веры и стараешься ли их исполнять? Пока нет. Не допускаешь ли нерадения к чтению Слова Божия? Стараешься ли читать Святое Евангелие, Творение Святых Отцов и другие спасительные книги? Да, я сейчас этим занимаюсь очень серьезно. Не позволяешь ли себе небрежного отношения с книгами Священного Писания? Не читаешь ли книг противных учению веру, веры и добрым нравом? И не занимаешься ли подобными разговорами? Читаю, занимаюсь. Не обращал ли когда-то когда к волшебникам, э, э, ворожеям и гадателям будущего? Не гадал ли сам, не выражил ли на Библии и псалте? Нет, это суеверие не, не мое. Не согрешил ли суеверием каким-нибудь перемешиванием? Нет, суеверия нет. Не имеешь ли чрезмерной веры э, всем без разбору с нам? Не имею. Не ставил ли свечи за упокой живых? Не ставил. Не ленишься ли молиться Богу? Не пропускал ли утренних и вечерних молитв перед принятием пищи и после него, перед началом и по окончании всякой работы? Не был ли на молитве обуреваем боговольными мыслями? Ленюсь, бывает. Не любил ли тварь больше творца, отца, мать, жену, сына, больше Бога? Не пристращался ли к чему-нибудь до забвения Бога? Любил, конечно. Боюсь, что пока и люблю. Не допускал ли я греха чревоугодия, не растил ли кому, не одобрял ли его плохих дел? Было. Не надеялся ли на человека более, чем на Бога? Было. Не обращал ли священных слов в шутку, глупый смысл и кощунство? Было. Не отвергал ли явной истины и не утверждал ли чего-либо против совести? Было. Не повинен ли в грехе неблагодарности Богу за его бесчисленное благодеяние к тебе? Было. Не допускал ли неверия в чудеса, часто встречающиеся в жизни нашей и совершающиеся силы Божьей? Допускал. Не, согреш... Не согрешил ли вольным мнением о божественных предметах противным учению православной церкви? Было. Не согрешил ли несбыточными мечтаниями и построением самонадеянных и счастливых планов своей жизни от обнимого счастья без веры и без Бога? Конечно. «Не согрешил ли самонадеянностью, то есть надеждой на одни свои способности, силы, труды, добродетели, богатства и т.п., а не на милость Божью?» «Да». «Не согрешил ли нерадением о своем спасении в, неразумном, в неразумной надежде на милосердие Бога?» «Да». «Не согрешил ли недостатком преданности воли Божьей и покорности распоряжениям промысла Божьего упрямым желанием, чтобы все было только по твоему хотению?» «Да» не согрешил ли нетерпимостью и ропотом в болезни, несчастье вообще, когда Бог делает с нами не то, что нам хотелось бы. Например, часто грешим ропотом на худую погоду, которая также зависит от промысла Божия. Да. Не имел ли пристрастия к какому-либо человеку или вещи большего, чем любовь к Богу? Да. Это первое заповедь, запрещая значные грехи, обязывает нас приобретать правильное познание о Боге, Его воле, твердо веровать в Него, надеяться, надеяться на Него, любить Его совершенной преданностью Его воли, с благодарностью, благоговением и сыновним страхом, как бы не оскорбить Его чем-нибудь. Старайтесь ли вы расширить себе эти добродетели? Стараюсь. Это 33 пункт. У меня, ну, из 33, раз, два, три, четыре, пять...

нет. Предоставление Бога в виде какой-либо вещи и убеждение, что Он в существе своем таков, каков на изображении». Нет, конечно. Невнимание к святым иконам, не содержание их в чистоте. Ну, у меня пока в доме нет икон, кстати. Я купил одну маленькую, Пантелеймон, она в машине. Употребление иконы, совсем утратившего свое изображение. Нет. Убеждение, что некоторые места и вещи спасают сами по себе. Нет поставленные рядом с иконами без всякого промежутка и расстояния портретов, картин и вещей. Считать храмы Божии наравне, наряду с другими общественными домами. Храмы Божии наравне... Да, я так считаю. Ощущение, опущение долго зажигать лампады и свечи перед иконами. Не делал этого. Не имение, дома, не имение дома святых икон Господа нашего Иисуса Христа, Божьей Матери, святых угодников, да. Косяк. Имение и содержание в доме вещей, наговоренных выражениями, такого нет. Считайте долопоклонством поклонение святым иконам и святым вещам. Небрежное отношение к святым иконам. Нет. Хожи, хождение без креста на груди. Нет, 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 крест здесь. Небрежное изображение крестного знамения в перчатках или всеми пальцами разом, или крест, полагая, на перестанчику. Меня тут критиковали, но я стараюсь креститься правильно. Ношение всевозможных украшений, буса, жрели, да. Хождение в церковь и прикасание к святыне в нечистоте телесной и в нетрезвом виде. Нет. Многолетнее непричащение да. У меня не было еще причастия. Нерадивость подготовки к исповеди без должного говения по уставу святой церкви. Идя, идя на исповедь, не примирился с людьми и не простил запрещенные обиды, пока нет. Намерение утаивания греха на исповеди вследствие стыда перед духовником. Очень может быть, что это произойдет. Холодность и бесчувственность на исповеди, отсутствие сердечного раскаяния. Есть вещи, в которых я не могу сердечно раскаяться, пока не могу. Недостойная или с малой подготовкой причине святых христовых тайн. Не было у меня пока причащения. Приобщение святых христовых тайн, несмотря на запрещение духовника. Такого не было. Ухода из церкви тотчас после причащения не было. Упивание вином в этот день до пьяна не было. Почитание святых тайн тела и крови Господней, как простого хлеба и вина. Грешен в этом, а кто не грешен. Воздаяние божеской чести Божией Матери Ангелам или кому бы из, из, из святых. Да, наверное. Ложное юродство, ложное странничество, ложное отшельничество среди мира и ложное ношение одежды лиц, монашества нет. Неисполнение эпитимии, наложенной духовником, как произвольное изменение саморазрешения от нее нет. Молитва о неразумном или прямо противоположном Боге. Например, о том, чтобы Бог наказал обидчика, чтобы послал богатство для роскошной жизни, было Гнев во время молитвы, а также сразу по приходе из церкви было. Принятие на себя трудов для спасения сверх своих сил не было. Желание себе смерти или скорби было. Объединение пьянства было. Уединенное едение – тайный день. Сегодня это не актуально. Приготовление у себя самогонных и пеняющих средств не было. Пристрастию к табаку и так далее да. Картежная игра, другие азартные игры. Да, я играл везде. Я играл в Макао, я играл в Атлантик-Сити, я играл в Лас-Вегасе, я играл в Барселоне, я играл в Париже, я играл в Лондоне, я играю везде. Играл. Ну, кстати, уже больше года не играл. Пристрастие к мирским зрелищным разгульным увеселениям. Да, самолюбие, самомнение, чревоугодие, ненасытность, гневливость, сердитость, раздражительность, выхождение из себя, беспорядочный неразумный крик, вопли, серебролюбие, страсть к деньгам, корестолюбие, страсть к принятию даров, честолюбие, превозношение, желание себе чести. Да, 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 да Господи, да. Презрение святых священных вещей, освященной воды, мира, просфор, небрежное отношение к ним нет. Любовь к вещам, которые ищут раскольники. Нет. Славославие, любовь к чинам и пристрастие к нагрудным знакам отличия. Любовь к чинам, любовь к чинам. Да, люблю чины. Пристрастие ко всякого рода вещам, драгоценностям, украшениям. Да. 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 Шопинг. Щегольство, украшение себя модными одеждами, ароматами, драгоценностями, прекрасами. Кстати, да, 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 да. Я вам хочу сказать. Э -э Шанель, Шанель, 1957 год. М -м -м, прости, господи, но ароматами, прекрасами, да, и для соблазна других, да. Гордость, высокомерие, состязание в разумных делах, забавах, хвастовство, напышность, тщеславие, чванство, бессовестность, болтливость, шутки, группы, глупые речи. Да, порабощение себя какой-нибудь страсти, это как пьянство необузданного сладострастия. Да, это... Раболепство духу времени, погода за ободами подражание всяким пустым вкусом и недобрым обычаем с нарушением заповеди Божьего. Вот духа у времени – это серьезный вопрос, который надо будет обсуждать. Но да, это грех вот здесь. Лицемерие или притворная набожность для достижения каких-либо земных благ, выгод, они а для угождения Бога Нет. Вру, да, бывает в светской жизни, но не лицемерием. Третья заповедь. Не ну, не упоминай Бога в суе. Принуждение, первое, принуждение других божбей клятву понапрасну. Ну, типа, обзавись, да? Нет. Второе, ропот на Бога, да. Третье, принятие присяги без страха Божия, да. Двоедушие или лукавая присяга. Бывает. Употребление имени Божьего часто без нужды, без благовения, в шутках, в сказках, так же, Бывает. Клятва преступления. Да. Клятва безрассудная или когда призывает Бога быть посредником своего злодеяния, заклинание, например, именем Божьим или друга совершить какое-нибудь преступление. Нет. Заклятие себя разными словами, например, отсохни у меня руки, чтобы мне света Божьего не видать. Нет. Божба без нужды в простых разговорах. да нет. Свидетельство о себе Божьей Матери или кем-нибудь из святых, когда, например, говорят, вот по рукой за меня будет Матерь Божья или ручаясь чудотворцем Николаем. нет. Не памятование и не сохранение обетов и обещаний святого крещения, а также обетов, данных при с православной церкви, святого крещения. Ну, конечно. Неисполнение обетов, данных Богу или святому угоннику во время тяжких обстоятельств, на время болезней и опасных случаев. Конечно, когда сколько раз было, Господи, если вот сейчас там пронесет, да, то... Неправильные обеты, когда, например, возникают на себя обеты, физически и нравственно невозможные. Такого нет. Самовольное отменение или изменение данного обета. Нет. Произношение имени Божьей Пресвятой Богородицы, святых ангелов, святых угодников, без всякого благоговения, употребления их в простых и пустословных. Ах, Боже мой, Господи! Угу. Господи, ну куда ты лезешь? Да. Частое упоминание врага Божия, чернословие, черт. Да? Да, есть. Богохульное, безрассудное суждение о действиях промысла Божия сейчас нет. Утаение на исповеди греха или пересказы чужого. Очень может быть, что что-нибудь скрою. Употребление бумаг, на которых написано имя Божие, приступе к крови, как простой бумаги. Нет такой. Кощунство, то есть осмеяние священных предметов или слов священного писания, или обращение к шутку. Было. Невнимательность на молитве. Было, борюсь с этим. Презрение к благочестию и к людям благочестливым названием этого, название этого ханжеством. Ну, конечно. Стыдливость показаться набожным, стыдливость перекреститься, молиться в кругу мирских людей или защищать имя, славу имени Божия или священные предметы перед людьми нечистыми, кощунниками. Спаситель говорит, кто постыдится меня и моих слов, вроде всем прелюбодейным и грешным, того постыдится и сын человеческий, когда придет во главе отца своего с ангелами святыми. Нет. Мне вообще, вот, ну, поскольку я публичный человек, мне вот вот эта вот застенчивость не свойственна. Другой вопрос, что это может быть ложная свобода выражения своих убеждений, может быть, истинная. Вот тут я пока не знаю. Четвертая заповедь. Помни день субботний, ежели светить его шесть дней, делая, ну, в общем, субботу, это день Бога, суббота отдыхай. Гри... Так, оскорбление или поругание воскресных и праздничных дней, устроение вечеринок, и гульбищ, да. Пение разгульных, неприличных песен обязательно. Ожидание Святой Пасхи не с мыслью о Господи, а только с плотскими помышлениями. Да, редкое хождение в церковь до опущения к ряду трех воскресных. Ну, конечно. Неисполнение долга посвящает день воскресные праздники на дела благочестивые. Домашнее чтение среди семьи, Слово Божие, других душеспасительных книг. Конечно, нет. Обычная работа в воскресенье. Я все время работаю. И воскресенье, и не в воскресенье, и, пожалуй... Если я в воскресенье отдыхаю, я не умею отдыхать, трудно. Торговля по воскресеньям и праздничным дням. С собой, конечно. Время припровождения разде... рождественских святок не по-христиански, допущение режения, я не вообще не этим не занимался. Такое же нехристианское хри... не препровождение Пасхи. Пьянство не при... Я не пью. Вот. Вот. Нехристианское празднование именин. Это личный праздник. Кстати, недавно был день ангела у меня, вроде бы, но я его не праздновал. И не причащался. И... Питье или едение прежде окончания божественной литургии в празднике или в воскресенье. Вообще не знаю, что это такое. Не хранение среды, пятницы и четырех постов нет. «Разговоры, посторонние мечтания, рассматривание по сторонам во время божественной службы, ну конечно, и уход прежде окончания службы, присыщение в посты и постную пищу, да, нарушение любого поста, да, употребление рыбы и вина в теме, когда нет разрешения, да, пощение с ропотом, да не постился я еще никогда, отвлечение других от поста, ну нет». При посте телесном несоблюдение поста душевного, конечно. Светское увеселение удовольствие в посты, великий пост, да. Сонливость, привычка долго обязательно. То есть, нет, не привычка долго спать, я сплю мало, но вследствие этого сонливость, конечно, возникает. Полная праздность, и такое бывает. Нехождение в храм полености, да. Вы понимаете, что это невозможно смотреть, но я продолжаю. Хождение в храм по неволе или из любопытства, а да, 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 из любопытства, да. Во всех странах, где я бываю, я обязательно захожу в храмы из любопытства. Нищенство поленности или по нетрезвости? Нищенство поленности. Ну, не так уж часто у меня бывало нищенство, хотя бы бывало. Не по лености, нет. По нетрезвости. Либо той, либо другой. Неразборчивое подаяние милостыни и злоупотребление ею, как, например... Нет, я редко даю. Редко. Неблаговение, Неблагоговейное стояние в церкви на молитве, невнимание к чтению и пению, блуждание помыслами и разговоры и смех в церкви. Не, ну, помыслами, да, но ржать в церкви, ну, помыслы. Не оставлял ли поленности или пренебрежение положенных церкви молитв? Утром, все вечером оставлял. Не ленишься ли ты молиться? Ленюсь иногда. Не уклонялся ли ты дол долгое время от причастия святых э, тайн? Еще не было. Не ленишься ли трудиться в простые будничные дни? Всегда ли рачительно, исправно и добросовестно исполнял полученные от других работы? Меня бесит, когда я получаю от других работы. Но я не ленивый. Но когда задание явно идиотское, иногда я ленюсь. Не тратишь ли много времени в праздности, рассильности и пиршествах? Да нет. Вот так мы с четвертой заповедью забрались. Пятая заповедь. Чти отца твоего и мать, и будет тебе благо, долголетен будешь на земле. Четвертая. Пятая заповедь. Грубое обращение с родителями? Нет. Ни как так, грубого нет. Ропот на родителей, да, я до сих пор многих вещей не могу им простить. Пренебрежение родительскими молитвами, Роди... да, нежелание молиться о родителях, да, проклятие детьми родителей, нет. Бегство от родительских наставлений, да, оставление бездомными родителями, несчастья, и болезни при старости лет. Нет над душой я не властен, но то, что должен, я делал для папы и для мамы. Я всегда им помогал. Не их молитвах об покоении и по смерти. Ну, нет, не молился. Препятствие родителям ходить в церковь и запрещение им предлагать нет. Поднятие руки на родителей никогда. Это для меня невозможно. Не, даже не, непредставимо. «Неотдание по христианскому обычаю последнего долга родителям по смерти и непоминовение их, а непоминовение их в положенные дни. Есть такое. Вспоминаю хаотично. Нарушение завещания родительского. Мне ничего не завещали. Кстати. Я еще ни разу не получал наследство. Презрение, ненависть, зависть к родителям, к детям. Да, Ненависть, зависть, гордость, неповиновение против своих наставников, начальников, духовников, всех высших и старших, вообще против духовных. Да. Почитание родителей больше Бога. Не, не связанные для меня вещи. Пренебрежение к своим дедушке и бабушке. Да, они прекрасные были. Они были прекрасны. Я был маленьким, совсем идиотом, как я мучил бабушку свою. Грубые чувства к своим родным братьям и сестрам. Да и тяжба с родственниками нет физическое небрежение о себе во время беременности не крещение своих детей крещеные засыпание у груди младенца не было небрежный уход за детьми если в широком смысле то да невоспитание своих детей в вере и благочестии да «Не приучение своих детей с раннего возраста к молитвам и к хождению в церковь?» «Да». «Оставление ребенка без причастия?» «Да». «Пристрастная любовь к, одну из, к одному из детей?» мне один». «Не попечение о девственности и трезвости своих детей?» «Да». «Не взыскание за недобрые поступки детей или, наоборот, слишком частые и жестокие взыскания?» «И то, и другое». «Не моление родителей о своих детях, малых и взрослых?» «Да» стеснение детей в делах богоугодных. Нет, <свят> да я бы рад бы не стеснять. Проклинание детей. Нет. Намеренное пред детьми унижение отцом матери, матерью отца. Было. Ропотом многочади или большую семью нет. Лишение детей всякой поддержки или наследства, нет. Обучение детей ложным искусством или пустым и ненужным вещам, чуждым закону Божию и поротящим, портящим детскую скромность, чистую совесть, да. Насильственное принуждение детей к браку, нет. Подавание детям худого примера делом или словом. Не попечение, нет. Да, конечно, подавание худого примера – это ко мне не попечение восприемников о своих крестниках и христианском воспитании их. У меня пока нет крестников. Не почтение... Кстати, вот вопрос. У меня моя бывшая жена хочет, чтобы я был крестным отцом ее дочки. Это нормально? Ну, так можно? Непочтение к своим крестным родителям. Нет у меня таких. Неблагодарность к своим родителям и прямая плата им за добро злом. Злом не платил. Особого добра не видел. Но неблагодарность, наверное, есть. Непочтение к пожилым людям. Например, оскорбление достопочтенной старости, о смещении, о смеянии ее было. Слабости бездействия в управлении подчиненными, например, или напротив жестокости председательность было, попрание своей властью низшей власти иных лиц было, стеснение подчиненных в исполнении своих христианских обязанностей нет. Подавание соблазнительных, соблазнительных примеров людям, подчиненным было. Неуважение к епархиальному епископу было и продолжается к одному. Грехи против приходских священников, осуждение и ослушание, оскорбление священника словом, делом или лжедоносом, избрание себе другого прихода, обходя приходскую церковь, нет существенно для меня сейчас. Старание узнать и распространить о священнике худые слухи – нет. Оскорбление, непочитание, а также осуждение и ослушание своего духовного отца – нет. Непочтительность к монахам – да. Презрение презрительное отношение к нищим? Да. Холодность к своим родственникам. Да. Непочитание начальников духовных и гражданских. Да. Неблагодарность к, благоде... к благодетелям за их благодеяние. Да. А, отягощение людей чем-либо. Да. Беззаботность о пропитании здоровья и обучении, особенно нравственном воспитании своих детей. Да. Нравственное воспитание не рождения, а благосостояние и спасение своих подчиненных, попущение им бедствовать или развращаться и погибать Да пофиг, да, если пофиг Да, стараешься ли в своей жизни на работе и в своем семействе вести дела так, чтобы своим христианским благочестием служить примером Ну, ну, пока нет Шестая заповедь. Не убей. Грехи против этих заповедей. Я уже знаю, где я тут попал. Обида, причиненная работникам в одежде пищи платит, что является смертным грехом перед Богом. Я должен Саркису Арбеляну несколько тысяч долларов, по-моему, до сих пор. Смертный грех Саркис, оказывается. Употребление противозачаточных средств, лекарств или вы вытравливание плода. Да. Совершение абортов. Да. Желание мстить. Да. Предание немощного в руки сильного. Нет. Умышленное убийство ближнего. Нет. Намеренное отравление для облегчения страданий. Нет. Телесные не начнули либо жизнь. Нет. Самоубийство или покушение на свою жизнь, соединенное с решительными действиями, или даже только мысль лишить себя жизни? Да. Убийство по научению нет, доставление убийцам в убежище нет, доставление убийцы или самоубийцы средств к преступлению нет, побои, от которых произошла, это какая-то заповедь моя, просто нет, я тут просто... Красавчик. Оставление без помощи человека погибающего. Нет, я даже спасал одного алкоголика из Останкинского пруда, но он как бы не выжил. Умолчание о чем-либо приготовлении и покушение к убийству нет. Равнодушие со смехом, смотрение на чью-то драку или побои на другому, нежелание разнимать дерущихся сейчас нет. Отказ врача в помощи заболевшему. нет. Умышленное замедление в лечении больного, лечение небрежного нет. Разрешение больного без особой, на то больному, без особой на то нужды употреблять скоромную пищу в пост. И больные могут есть только с защищением духовного отца. Я не сталкивался. Содействие к ускорению чьей-либо смерти. Нет. Притеснение вдов, сирот, бедных, слабых и беспомощных. Нет. Наказание по праву, но с излистненью, злобой и жестокостью. Да. Вызов на поединок. Нет. Драка. Да. Недосмотр за больным в беспамятстве. Нет не предостережение себе и других от опасности быть застигнутым скоропостижной смертью там, где эта опасность была ясно видна. Нарушение норм безопасности. Да, язвительные слова, злословие или даже угроза убить человека было. Жестокость к убогим или уродам, да. Решимость на преступные дела, соединенные с истреблением в утробе как законного, так и незаконного плода. Да. Могущие повредить и собственной жизнь женщин? Ну, сейчас нет, потому что ну, аборты делают качественно. Случайное или невольное убийство? Нет. Убиение кого-либо или только покушение во время беспамятства? Нет. Доведение до самоубийства? Нет. Проклятие, биение, злая, нескрываемая ненависть, воздаянием злом за зло, о оклеветание? Клеветания нет, но зло за зло бывает. Побои нанесения беременной женщины? Нет нанесение увечья кому-либо или самому себе, злоумышленное и непроизвольное даже, самоповреждение с целью избегнуть военной службы. Заполярия, ВЧ-34-384, Северный флот. Подстрекание к драке, по уди, поединку, убийству или советование дела опасного для жизни и здоровья. Нет. Убивание человека злобным словом или проклятие его черным словом. Нет. Склонение к отступлению от веры или расколу или к другому подобному греху. Ну да, упущение случая отвлечь кого-либо от убийства, самоубийства или повреждения чего-либо здоровья. У меня есть несколько знакомых самоубийц. Были. Но это связано с наркотиками. Упущение случая отвлечь. Я не мог их отвлечь не оказание помощи человеку в случаях, когда видно было, что человек нуждается в помощи, и оказать было ее можно. Было такое. Но ты не оказал ее только потому, что тебя не попросили об этом прямо. Да, я только и норовишь, чтобы не попросили прямо. Грубость по отношению к человеку. Да, дерзость, невежливость бывала. Холодность и окаменение в отношении к другим людям, нелюдимость, неблагодарность. Да, я нелюдим. Такое есть. Травля человека своей собакой нет. Занесение в чужой дом за разные болезни. Да. Оплевание человека. Ну да, но не буквально. Продажа в пищу чего-либо заведомо вредного для здоровья. Нет крайне изнурения самого себя, работы и по должности. Да. Нетерпение ропот в болезнях, раздражительность и ропот, да. Раздражительность и ярость, умоляющие дни жизни, да. Многоедение, многопитие, кот, да, да. Чрезмерная изнежность жизни, убивание свое здоровье, да, здоровье. Леность к добру и вообще к труду. К физическому, да. Я не люблю физический труд. Писать, да. Да. Беспечность. Бывает. Бичевание без пощады рабочих животных. Нет. Крик на животных. Жорик. Жорик. Он гуляет сейчас. Иногда с пожеланием зла. Бывает. Незаботливость о больных животных. Нет, забочусь. Травля скота друг с другом с целью забавы. Мне нравится корида. Но сейчас ее в Барселоне запретили уже как ну, убийство. Но я попал еще и видел бой быков. Первые пять минут это очень жалко быка, а потом ты втягиваешься в это вот кровавое зрелище. И я начал понимать Хемингуэя, почему для него это было сакральное действие. Бой человека с животным. Так, наказание до смерти животного из чужого двора. Нет, убивание животных без нужды, желание помочь их. Это было в детстве. Желание помучить, да. Не доводил ли кого до чрезмерной скорби и преждевременной смерти? Нет. Не изнурял ли силы и здоровье своих подчиненных слишком тяжелыми работами? Да уж, их изнуришь. Не осуждал ли на суд невинного и не оправдывал ли виновного, зная Нет. Не оскорбил ли кого напрасным гневом и суровостью в обращении, причинением вреда? Не имеешь ли сейчас вражды с кем-нибудь или злопамятство? Да, имею злопамятство. Все это надо оставить. Трудно. Еще 66-й пункт. Еще дали сколько пунктов? Еще тяжелее грех – это убийство души, когда, например, кто-либо наущает, поощряет других на дела греховные или своим явно соблазнительным примером и словом вводит других в грех – Шестая заповедь запрещает всякое человека, человека убийство, и самоубийство, как телесное, так и душевное. Ну, в общем, более-менее у меня здесь ну, относительно так ничего. Не убей. А вот дальше в седьмой-то заповеди тяжело будет, потому что это будет непрелюбодействуем. Первое. Предание себя роскоши, праздности, увлечению лаком, ступьянству. Да, соблазнительных зрелищ и компаний. Второе. Блудные помыслы или представления. Да. Третье. Усладительные воспоминания о бывших своих грехах. Да. Похотный взгляд на другой пол. Да. Способствование других удовлетворений блудной страсти. Да чтение книг, описывающих страстную любовь, а также чтение, питающее страстные чувства, и вообще чтение всего пустого, возбуждающего любовь. Да, нескромные разговоры, да, скверноматерная брань, да, пение и слушание глупых стихотворений песен, это же, ну, Дом-2 же, ой, Дом-2, камеди мы же смотрим, да, Страстная возбуждающая музыка, да, бесстыдные танцы, да, переписка о страстной любви, да, желание нравится, да, Страстное засматривание на жены юношей. Без юношей. Да. Чрезмерная угодливость женскому полу. Да. Возложение на себя маски. Да. Подсматривание на обнаженность или полуобнаженность. Да. Украшение дома, особенно спальни с облазительными картинками или статуями. Есть одна. Да, разжение похоти искусственными способами, возбуждающими средствами. Да. Изысканная нескромная надежда, одежда. Нескромная одежда или даже одежда вообще, когда, например, женщина или девица ходит в мужской одежде, да, обольшение невинного лица, да, блудные сновидения, ночные осквернения, да, незаконная беременность, да, похищение девы и замужней женщины из дома, а также бедство их самих для гнусной похоти, да, осквернение себя с кем-нибудь животным, нет, <кх> наложничество нет, Разврат, когда согрешает блудом с разными лицами. Да. Гражданский брак. Да. Впадение блуд в кумовстве или в своей крестнице в духовном равстве». Нет. Но этим я не занимался. Кровосмешение родного брата нет. Дружеское принятие у себя и посещение лиц, живущих в незаконной связи – да. Представление у себя дома условий для тайного свидания – да. Публичное содержание блудницы – да. Отговоры, отговор и прямое препятствие другим вступить в законный брак. Нет. Выбор себе невесты за одну красоту и богатство. Нет. Брак без участия родителей. Да. Брак раньше или позже в законных лет. Нет. Вольное обращение между собой жениха и невесты, супружеские отношения между ними раньше венца. Да. Нарушение супружеской верности при любодеянии. Да. Нарушение девицы каким-то либо способом своего девства. Это не ко мне, неприличное поведение, да, не сохранение себя в детстве и целомудрие в холостом состоянии, да, склонение к блудодейству и соблазнение ложными обещаниями, сманивание жене от мужа, все страсть к прельщению особить другого пола, да, допущение на брачной вере безобразной нетрезвости, нет, на брачной вечере безобразной нетрезвости, нет, гнушание браком как чем-то нечистым. У меня много очень вопросов к браку. Супружеские отношения в непозволительные времена, во время месячных, в течение Нет. Неумеренность в супружеском ложе? Да. Невоздержание от супружеского ложа в посты? Да. Прелюбодеяние, да, взаимное уклонение супругов для свободного сожительства с другими, нет. Самовольный развод, да. Вступление в брак при живой жене и живому муже, да. Супружская ревность, нежелание прекратить поводы к этой ревности, да. Оставление женой мужа и наоборот мужа, э, мужа жены во время несчастья, нет. Не старание привлечь к православию или вообще неверующий читу, не стараюсь. Незаботливость о взаимном спасении душ супругами и не моление их друг за друга. Взаимное спасение душ, а не моление друг друга? Да. Вражда одного из супругов из религиозной жизни другого, а также чинение препятствий одним против благочестия нет. Верь, куда во что хочешь. Упреки между супругами из-за бесплодства нет. Непротивление легкомысливой суетной жены, угождение и наподобие нет. Презрительное отношение к жене да, бывало. Нанесение побоев ей нет. Не пропитание жены составлением детей под опеку нет. Нарушение жены апостольской заповеди жена своим телом не владеет, но муж и тоже в отношении мужа к жене. Да. Желание развратить отрока. Нет. Э -э допущение. Постоянная вражда между супругами. Да. Своего самоуправства жены. Уклонение от благочестивой жизни. Непослушание неподчинение мужу. Неусердие к поминовению за упокой умершего супруга. Уклонение от благочестия. Своевольное, своевольное поведение мужа. Мужеложество. Нет. Нет плотские грехи, прелюбодеяния, малакия, анонизм. Ну, конечно, мастурбируем. С страстные поцелуи лист другого пола, а квернословия, любовные песни, бесстыдные телодвижения, очень нечистые мечтания, да. Издание и распространение соблазнительных сочинений или изображений – нет. Несогласие с понятием строгого целомудрия, которое требуется законом Божьим, здравым разумом не умерится во всяком плотском удовольствии. Не согласен, есть такое. То есть у меня пока самая такая заповедь, где я более-менее, это не убей. А вот с прелюбодеянием беда. Самая плохая у меня там ситуация. А у вас как? Восьмая заповедь не укради. Этой заповедью запрещается вредить имуществу других, а также своему собственному. Сейчас паузу маленькую сделаю. Мне просто надо было сделать звонок по нашим делам, связанным отчасти с отцом Владимиром. Вообще вот всей работой, которую я провожу на канале, очень трудно вытащить священников на разговор. Очень трудно, потому что... Ну, знаете сами почему. Но работаем. Здесь работаем. И вот восьмая заповедь «Не укради» запрещается этой заповедью вредить имуществу других, а также своим собственным так, грехи. Грабеж или разбой? Нет. Не предохранение человека от убытков, которые он не предвидит? Нет. Не милостыни? Да. Непосещение Предостав... Не посещение больных, осуждение, отказ в помощи страннику? Это да. Предоставление подчиненных к награждениям не по а по родству, по просьбам, за подарки? Нет. Употребление своей нужды вещей церковных или казенных нет. Присвоение себе чего... Я сейчас просто быстро думаю, так, нет. нет. Присвоение себе чего-либо не принадлежащего под видом остатка барыша или чего-либо пришедшего от другого человека без объяснения. Я когда в казино делал вечеринку, я себе взял два телевизора. Потому что надо было, там были призы, а казино, это же люди с Тоннами наличных, да, неучтенных. И э, на одну из э, вечеринок надо было купить призов на, по-моему, 30 тысяч долларов. И, э, я с огромной тележкой поехал в магазин метро. И вот я просто никак не мог потратить эти 30 тысяч. В результате остались лишних два телевизора. Еще таких, знаете, гробов. Вот. Ну и что я их взял себе? Меня потом... Охрана, значит, вычислила быстро. Я говорю, ребят, да перестать уже оставили в покое. Так, ну это считай, даже и не спер. Они никому не нужны были. Предоставление подчиненных употребления, да, неупотребление на пользу ближних, данных тебе от Бога талантов просвещения людей в истинной вере и законной Божьем к обращению. Вот я сейчас, мне кажется, начинаю это делать. Значит, я не, галочку не ставлю. Поджог или бездействие в поджоге? Нет. Повреждение путей и способов сообщения. Нет. Воровство с пожаром. Нет. Чрезмерно дорогая продать, продажа жизненных припасов во время неурожая. Нет. У меня только один, одна галочка здесь пока. Вообще запрашивание с размерной цены за товар, службу, личную услугу. Нет, казнокрасство, разрешение, нет, недоплата, кому-то вот у меня вот царкист висит. Вторая галочка. Не вознаграждение ближнего за труд. Нет, не насильственное задержание, насильственное задержание чужой собственности, которую случайно оказалось в твоих руках. Нет. Из искания чужого или никому не принадлежащего имущества. Нет. Утаивание найденной вещи, не объявление о ней, когда известен хозяин вещи, да еще бедняк. Нет. Явное насильное отнятие чего-либо у человека. Нет. Покупка бессовестным вымогательством. Нет. Удержание платы и вообще нарушение условий купли. Нет. Похищение государственного имущества, денег и вещей, если иметь в виду налоги, в 90-е годы мы все воровали. Сейчас нет. Принятие на хранение или покупка заведомо краденого. Нет. Небрежное исполнение дела, выполняемого для другого человека. Нет. Необличение и скрывание знаемого вора. Да. Святотатство или вырастающее церковное церковного имущества. Нет. Святокупство за деньги индульгенцию пытаются получить? Нет. Злоупотребление пожертвованиями? Нет. Внимание, внимание взимание процента свыше наложенного законом? Нет. Подделка документов о деньгах? Нет. Долгое откладывание уплаты долго при возможности уплатить его, да. Похищение чужого через посредство другого явным воровством или совместный обман. Нет. Делание фальшивой монеты. Ой, что за галочку поставил, Нет. Делание фальшивые монеты. Нет. Неверный вес обвешивания. В детстве я работал продавцом, мне было 15 лет, продавал арбузы, обвешивал только в путь. Но мне было тогда 15 лет, было давно, это не считается. Сейчас нет. Нечестное приобретение и утаивание чужих вещей. Нет. Употребление чужой вещи без спроса. Да, бывало. Сокрытие, умалчивание недостатки и порчи тех вещей, которые продаются или обмениваются. Нет. Притворное нищенство. Нет. Напущение своей скотины в чужой посев. Нет. Отнятие у человека места или должности, силы власти или хитрым пронырством. Нет. Это сейчас принято в других местах. Взяточничество. Нет. Тратить денег на суетные дела. Да. Роскошь, расточительство, мотовство. Да. Употребление вещей понапрасну на роскошь и тщеславие. Да. Не наносил ли вреда чужому имуществу? Нет. Не согрешил ли тунеядством, то есть не притворялся ли больным или бедняком, чтобы не трудиться и жить милостинью других? Нет. Не согрешил ли лихаимством, то есть не брал ли большой рост денег, который ты давал людям, то есть рантье, процентчик, нет. Не согрешил ли мздоимством взятки? Нет. Не расточал ли имущество беспорядочной жизнью? Да. Но в целом, я вам должен сказать, восьмая заповедь прошла более-менее. Девятая заповедь. Не послушай на другого свидетельства ложное. Не произноси ложного слова. Ложное свидетельство в суде. Нет. Сокрытие истины перед судом. Нет. Запирательство перед судом. Нет. Полное сложение своей вины на невинного. Нет. Ложный донос. Нет. Тяжбы жилищные или служебные. Нет. Открытие истины во вред другому по злости, когда этого никто не требовал и не лежит обязанность раскрывать ее. Нет. Вот здесь я вижу противоречия. То есть, с одной стороны, никогда не лги, а значит, надо иногда солгать. Я обидничество или научиться, когда тайно сообщает, о чем мне начальство и старших заключенных добавлениями, на чем не основными загадками, догадками. Нет. Сообщение третьему лицу слышно, но не проверенной худой вести о ближнем. Сплетня. Это наше все. Сеяние вражды раздором между кем-либо. Намеренно нет. Притворство в поведении, когда делают добро перед людьми, они а по совести перед Богом. Да. Настроенность защищать человека от клеветы, когда невиновенность его и так всем очевидна. Да! Вы понимаете, о чем я говорю. Открытие без нужды тайны из жизни умершего человека. Нет. Унижение человека каким-либо образом. Да. Осуждение чужих добрых дел как худых. Набожность как хажество, лицемерие, фарисейство, юродство. Да. Личное бесчестие человека на словах, в письме или другим образом. Да, злоупотребление печатной гласностью и распространение о ком-либо в печати в преувеличенных или извращенных сообщениях. Я думаю, этого ни один журналист не избежал. Да, насмешки по отношению к человеку или осуждение его недостатков под видом шутки или посредством подражания ему в разговоре или телебрежении. Да. Осмеяние смеяние чего-либо уродства, да. Разглашение чужих пороков, да. Лицемерие, лезть человеку в глаза и похвала за глаза осуждения, да, иногда бывает. Слушание наговоров и по ним суждение о людях не избежал. Пускать в публику выдуманные, особенно вредящие вещи. Вот выдуманные вещи я никогда не пускал. Привычка празднословить, рассказывать басни, сказки, анекдоты. Да. Рассказывание о себе всяких ложных, придуманных похождений, удивительных случаев, выдавание за правду. Нет. Укорение да. Привычка спорить да. Привязчивость к словам другого человека да. Это азбука дискуссии. Досаждение человеку нет. Упорство в настаивании на своем да. Нежелание отступить и услужить человеку в чем-либо. Да. Устройство какой-либо выгоды для себя хитростью, обманом или привлечением малоопытных ради своего интереса. Нет. Ложь, обман не в шутку, ложь по нужде, двуязычие, тайные козни против людей, лукавство, оправдание себя перед другими при полном сознании своей вины, изворотливость, лесть или неискренение, почтение или сочувствие в общении с людьми. Да. Подкуп. Да. Лицемерие и ласкательство. Да, не, не особо незаслуженный напрасный ропот на человека. Бывает. Неискренний или неправдивый отзыв о человеке. Нет. Неисполнение данного слова в соответствующее время. Нет. Окаменение своего сердца и непринуждение себя творению добра. Да. Разнословие или болтливость, непристойные шутки, остроты насчет других, сплетни, насмешки. Да, бесполезное времяпрепровождение, ничего не делание. Бывает. Безвременный чрезмерный смех. Смех глупый и беспричинный. Бывает. Нетерпение, обличающее правды. Да. Неразумная жалоба. Нет. Пустое, ненужное любопытство. Привычка подслушивать, подсматривать, наушничать, расспрашивать. Я журналист. Да. Невнимание к внушениям совести своей? Нет, я ее слушаю. Вмешательство в чужие дела? Да. Праздное дознание о слабых сторонах ближнего своего? Нет. Страсть расспрашивать и рассказывать о всяких новостях? Да. Ложный донос или свидетельство на суде? Нет. Оклеветание кого-либо? Нет приписывание кому-либо таких пороков и слабостей, которых нет, и разглашение о том, чтобы нет. Старание подмечать грехи и слабости других и разглашать о них людям. Нет. Перетолкование слов и действий людей в худшую сторону. Было. Неосновательная подозрительность или сомнение в честности человека. Было. Осуждать кого-либо в мыслях с уничижением его за какие-то слабости, а себя считать лучше других. Да. Вы, князь, некоторым образом на рай рассчитываете. Вообще привычка к осуждению людей. Есть такая привычка осуждающая, предвосхищает право суда, которое принадлежит одному Богу и особо поставленному для этого начальству. И тем оскорбляет Бога. Ну вот, не прелюбодейство, так это у нас была девятая заповедь была девятая заповедь. Так, и, наконец, десятая заповедь. Не возжелай жены ближнего своего. Грехи против этой заповеди. Досадование при виде чужого счастья. Нет, зависть вообще. Вот что мне не свойственно, правда, так это зависть. Никому не завидую. Презрение, просто я знаю, что у каждого своя война, некоторые завидуют мне, Фу -фу -фу. узнали бы, да, что называется. Прежде чем позавидовать, узнай, что у человека в душе происходит. Презрение кого-либо и почитание себя лучше, достойнее других, даже праведнее, да, есть такое. Тайное и явное недоброжелательство к людям и даже зложелательство, злая не желаю. Нет, да, не, злоумышление против другого человека, проявляющееся на деле в компании ⁇ Ямы другому ⁇ Нет, стремление к почестям... Сейчас, сейчас, сейчас да, про злоумышление против другого человека. В общем, да, потому что если приходится воевать, это приходится делать. А, стремление к почестям, требования для себя, уважения от друг... Я не стремлюсь к почестям. Засматривание в чужие наряды и красивые лица. Да. Злорадование несчастью человека. Нет. Внушение злого совета. Нет. Любование самим собой. Хваление своим дровой. Конечно. А как же? А как же без этого? Извинение оправдывание своих худых дел. Да. Всегдашнее недовольство своим состоянием. Да. Жадность, скупость. Хрень. Нет, я не жадный ни разу. Не сохранение в чистоте своей совести. Да. Не избегание случаев и поводов к греху. Не родение, развития в себе нравственного характера. Не стремление к христианскому совершенству. Сейчас я стараюсь это делать. Не приготовление себя к смерти, забвение смертного часа. Да. Боюсь боюсь об этом думать. Привязанность к богатству, заботам земной жизни, славе, другим благам и почитание всего этого счастьем. Смотрите, привязанность – да, но то, что это не счастье, я отдаю себе в этом отчет. Счастья нет. Забвение о Боге, о своей будущей жизни, вечной учности, вечной жизни или вечном осуждении. Мне надо утвердиться в вере в вечную жизнь, я пока не готов это сделать. Вот такая вот история, друзья. Поэтому если кто-то дослушал этот пост до конца, то он может сделать выводы и обо мне, и о себе тоже, если он отвечал вместе со мной на вопросы. И скажите мне, вот после этого, вот при такой истории, да, это будет, наверное, два-три комментария, те, кто дослушал. Можно ли с этим идти на исповедь? Или нужно подождать и как-то, ну, привести себя в порядок чуть-чуть, хотя то, что было, уже не изменишь. Вот это я и сделал Для того, чтобы, наверное, лучше рассказать о себе, чтобы вы не... Потому что, знаете, вот когда мне пишут приятные слова, а теперь вот вы послушали и, наверное, лучше стали представлять, что там грешнее меня, наверное, трудно найти персонаж. Ну, разве не прикончил я еще кого-то? Обнимаю вас. Это был пост, который невозможно досмотреть до конца. Для друзей Алексей. То, что жертвуешь, оставшееся делает святым. Отец Андрей Ткачев.